Всем привет, компания OEMZAP, Владимир, видите, все в жизни бывает, лето. В общем, смотрите, перед нами автомобиль Kia Cerato 2012 года выпуска, пробег сейчас на ней 145. Что случилось? Пришло время уже поменять человеку радиатор, кондиционера не работает он. Сейчас, вот, видимо, в связи с летом у нас основной вид деятельности – это ремонт, обслуживание кондиционеров. Владимир сейчас выполнит эту несложную работу, расскажет вам, как он меняется, заодно мы с вами помоем основной радиатор. Итак, Владимир, начинай. Ну, приступим к снятию, замену радиатора, кондиционера. Для этого нам нужно будет, снимаются они в паре, оба радиатора. Будем снимать их и заодно помоем радиатор охлаждения. Ну и в процессе разборки сейчас сами все посмотрите, что как разбирается, очередность. Сейчас снимаем воздухозаборник, воздушный фильтр. Сейчас будем сливать антифриз. Здесь есть специальная пробочка. Пока стекает антифриз, начнем с частичной разборки. Сейчас отсоединяем вентилятор. Сейчас отсоединяем нижний патрубок. В принципе, все. Можно вытаскивать называемую кассету радиатора. Ну и все, достаем кассету. Вот мы достали с вами кассету. Сейчас разъединяем. Снимаем вентилятор. Все здесь на защелку, никаких болтиков нет. Соединяем радиатор кондиционера. Очень легко вытаскивается. Его мы будем менять. Ну, основной радиатор сейчас будем мыть. Посмотрите, как он забит. Уже достаточно. Не слабо. Ух, помыли радиатор, теперь он чистенький, как новенький. Машина будет охлаждаться, двигатель гораздо лучше. Вентилятор будет реже включаться в пробках. Это новенький радиатор кондиционера.
крутили кассету. Сейчас поставим вентилятор и будем приступать к установке. Сразу завернем пробочку сливную, чтобы там не мучиться. Сейчас мы удалили транспортировочные заглушки. Если было слышно, вышел воздух из радиатора. Это говорит о его герметичности. То, что с ним все в порядке. Ну вот, мы и закончили установку радиаторов наших. Сейчас будем заправлять кондиционер, зальем антифриз. Ну и в принципе все. Ну вот, мы и закончили заправку кондиционера. Завели машину, все работает. Кондиционер дует, холодный. После официальных дилеров с их высокими ценами начал поиск в интернете автосервиса, который специализируется по корейским автомобилям, и нашел. Я думаю, все быстро, оперативно сделали, а дальше в процессе посмотрим, как все будет работать. Ставьте лайки, есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, их задавайте. Все, до свидания.